Так, это Рио Августа. Августа. Это со стороны Руссио. Если идти, и вот как раз вот она, Рио Августа. И тут вот, где мы снимаем нашу квартиру. На третьем этаже. Вот они, окошки наши. У нас там два окошка. Даже это третий этаж, и то есть лифт. Нужно подняться на лифте. Ну, а дальше там арка. Итак, это вот наша квартира, которую мы снимали здесь, в Лиссабоне, Португалии. Значит, главный вход, заходим. Направо у нас зал. Так, это зал. Здесь в основном вот мы сидели, здесь еще два стула, но они в спальне. Так, такой зал. Такие часы. Интересно. Диванчик. Ну и, конечно же, окошки и вид. Вот он, дождик сегодня. Это Рио Августа, вид из нашего окошка. Не буду открывать окно, потому что идет дождь. Это вид из одного окна. Это вид из второго окна. Тоже здесь вот. Так. Ну ладно, так окошко открою. Надеюсь, не накапает. Ой, прохладненько. Вот вид. В ту сторону у нас идет площадь Россио. В ту сторону у нас идет арка, площадь Коммерсии. Отсюда я снимала местных танцоров и певцов, и музыкантов. Здесь у нас такая прихожка. Мы уже уезжаем. То есть это последний день. Так, такая прихожка. Это вот одна спаленка. Двойная кровать на двоих человек. Здесь у нас... Эй, привет! Ванна. Ну так, душевая. Небольшая ванна, конечно. Пойдет. Вот здесь у нас вторая спальня, уже побольше. Такой шкаф, можно сказать. Не совсем много места, конечно, для одежды, но двоих хватает. Но если, конечно, как компания вчетвером, то маловато, вещи некуда складывать. И вот такая кухонка небольшая, здесь все есть. Это у нас на чем еду приготовить, и одежду постирать, и все есть. Колонка здесь автоматическая, то есть все зажигается. Конечно, вид здесь из окон лучше не смотреть, это называется. Здесь как бы вот просто идут такие трубы. Это вот вид из окна кухни и такой же вид вот в той спальне. Конечно, в зале самый лучший вид — это в зале. Так, ну все есть здесь. Там тарелки, сковородки, ложки, вилки, стаканы, все, микроволновка. То есть все предусмотрено. Очень хорошо, нам понравилось. Самый центр, Рио Августа. То есть такая приличная квартирка. Единственное, что вот не хватает, это места для одежды. То есть во второй спальне вообще нет, некуда повесить одежду. Вот приходилось такие стульчики ставить. Ну вот, наверное, и все. Здесь мы и провели почти месяц в Португалии. Месяц даже, наверное, чуть больше, наоборот, месяца. Почти месяц, больше месяца провели. Все, вот наши два чемодана. Это мой компьютерный чемодан. В зале спрятался мой муж. Не хочет он делать видео свои. Ну все, пока всем.